На начало коврика вытягиваемся. На вдохе руки в замок, открываем грудную клетку, собираем лопатки, уходим в утанасану. Складываемся в бедрах, вытягиваем переднюю часть. Живот подтянут, шея, голова свободная через позу стула. Вытягиваемся сначала вперед, параллельно полу и руки, и таз. На вдохе приподнимаем корпус вверх, тянемся позу стула. Живот подтягиваем, сильные стопы. На выдохе намасте, шагаем правой ногой назад. На вдохе вытягиваемся руками вверх, замок. Пятка вверху не стоит на полу. Растягиваемся ногами, проседаем глубже. Еще один вдох, руки в замок. Открыли грудь, собрали лопатки. На выдохе ныряем вниз. Плечи в одной линии, либо в параллель с полом корпус, либо голова ближе к ноге. Стараемся плечи удерживать. И не лежать на ноге. На вдохе протянули руки вперед и заползли левой рукой под левую ногу. Раскрылись, как птица. Руки разведены в стороны. Собрали руки в замок и разворачиваем заднюю правую пятку в пол. Пытаемся выйти. Пурсваканасану с замком позади. У кого не получается, руки могут быть разведены. Вдох. Вира вторая. Встали. Выдох. Мирный воин. И еще раз выдох, уходим вниз. Левая нога назад, вверх. Левую ногу можно за правую завести, можно приставить. Планка, чатуранга, выдох, вдох, урдва мука. И отсюда выдох, адха мукха шванасана. Живот подтянут, работа в ногах. Кому нужно присогнуть ноги, сгибайте. Плечи далеко от души. Дыхание глубокое, глубокое. Здесь можно сделать скрутку. Левая рука, правая лодыжка, либо правая икра. И быстренько поменяли, не задерживаемся. Просто разминка для спины. Бедра стараемся удерживать в одной линии во всех скрутках. Перевели взгляд вперед, прыжок, шаг. Утанасана, ардха утанасана, вдох, вытянули всем корпусом вперед. Поза стула, нижняя, когда живот на бедрах, поднялись в верхнюю. Дышим, удерживаем, ноги сильные, колени вовнутрь. Вытягиваемся через руки вверх. Дышим, левая нога назад, выпад, руки в замок. Тянемся через руки вверх, ногами проседаем ниже. 60% веса на задней ноге. И вдох, замок, открыли грудь, посмотрели вверх, набрали воздуха и на выдохе будем опускаться вниз, либо в параллель с полом, либо голова к стопе. Замок тянем вверх. Выходим, протягиваем руки вперед и ныряем правой рукой под правую ногу. Раскрываем руки широко и отсюда пробовать будем замок. Заводим руку в замок за правой ногой. Стараемся оторвать корпус от ноги и подняться в пурсваканасану. Вдох. Вира вторая. Мирный. И уходим, правая нога назад, надо было бы вверх ее, вверх, планка на задержке, вдох-выдох чатуранга, урдва мукха вдох и адха мукха шванасана выдох. И здесь можно в планку, можно в урдва мукху, плавный переход. Вы не получается или не чувствуете, что можете перейти в урдва мукху, просто из адха мукхи планка, из планки адха мукха, как получается полный вариант, переходите. Правая нога вверх, правая нога, колено к груди, выдох вниз, вверх, и правую поставили вперед, левую пятку развернули, вира вторая. Из виры второй потянулись вперед обеими руками, на пресс, внимание, пурсваканасана, колено, локоть колено, либо рука к стопе.
разворачиваем бедра, шагаем левой ногой вперед. Скрутка, левый локоть, правое колено, вытягиваемся через корпус вперед. Кто хочет, можно раскрыть руки. Дышим. И собираем руки, отпрыгиваем и отходим назад, уходим в бакасану. У кого хорошо получается бакасана, можно пробовать выпрямлять руки. И будем уходить назад в планку, чатурангу, урдха мукха вдох, ардха мукха выдох. Плавные переходы. Ардха мукха, планка, урдха мукха. И левая нога вверх. Колено груди, выдох, колено вниз, вверх, левую ногу поставили вперед. Вира вторая, поднимаемся силой ног, мирный волн. Из мирного волна будем тянуться вперед обеими руками, внимание на пресс, ноги сильные, не складываемся, именно вытягиваемся вперед. Пурсвакнасана удобная для вас, локоть, колено. Либо ладошка, стопа. И отсюда протягиваем руки. И шагаем в скрутку. Правый локоть, левое колено. Я вам не дошагнула, поэтому если нет баланса, это тоже нормально. На вдохе поза стула. Выдох, утанасана. Вдох, ардха утанасана. Разводим ноги пошире, захват за пальцы. Еще один вдох, потянулись. И на выдохе падангуштасана. Захват за пальцы ног. Плечи далеко от ушей. Складываемся в бедрах. Вытягиваем переднюю часть. Вот от пупка до груди. Вдох. Скрутка. Левая рука внизу, правая вверх, вперед. Поменяли. И на выдохе руки в груди, руки в замок позади. И вдох, встаем. Вдохнули, тадасана, намасте. Отсюда можно сделать пару растяжек сидя, можно опуститься, поваляться в шавасане. Начинаем с малого, потихонечку, коротких видео. Всем хорошего времени суток и отличного настроения.